товарищи красноармейцы, прослушав эту короткую лекцию, вы с точностью должны понять, что вера в Бога — это предрассудки, которые вдалбливала вам церковь и классы-эксплуататоры, помещики и заводчики. Религия — это опиум для народа, сказал товарищ Ленин. С ее помощью правящие классы дурили головы крестьянам и рабочим. Держали вас в рабском повиновении, заставляли отвлекаться от борьбы за свои права, за лучшую жизнь. Безграмотность и глухота — вот основа всякой религии. Грамотный и образованный человек никогда не будет верить в Бога. И теперь, когда революция свершилась и власть перешла рабочим и крестьянам, товарищ Ленин сказал: нет никакого Бога. И надеяться голодным рабам не на что, кроме как на свои силы, на свою решимость бороться с контрреволюцией. Какие будут вопросы, товарищи? Задавайте, не стесняйтесь. Ну что же, вы молчите? Неужели вам все ясно? Товарищи, никаких вопросов не возникло? Да вот спросить хочу, барышня. Угу. Сам сколько годов думаю, все придумать не могу. Это почему ж такое деется? Что деется, товарищ? Задавайте вопрос. А я и задаю. Ну, вот, к примеру, корова ходит большими такими лепехами. А лошадь обратно, крученными такими толстыми. Овца, значит, маленькими такими шариками, похожими на горох. Почему такое деется, знаешь? Я не могу знать, товарищ, я не ветеринар. С коровами, с лошадьми дела не имела. Не могу в этом разобраться. Ну вот, ты еще в говне не разбираешься, а уже про Бога рассуждаешь.